Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Игорь, я представляю медитационный центр Вихара. И сегодня у нас в гостях Юрий Пантелеев, практикующий буддист с какого года? С 74-го, с момента открытия этого учебника. Это уже больше 40 лет. Да, больше 40 лет. Это было еще во времена исторического материализма в прошлый век, это совершенно давно. Теперь во времена комитета по делам религиозных культов при Совете министров Латвийской ССР, в котором я получил, кстати говоря, очень сердечную и искреннюю поддержку, несмотря на то, что эта организация явно была связана с органами идеологическими и с органами, так сказать, безопасности. Но люди там работали очень хорошие, им я очень благодарен. Они утвердили меня в моем открытии. Говоря о представлении, видите, дело в том, что мы называем свои параметры в зависимости от среды, в котором мы представляемся. Так вот, здесь, в гостях у моего нового друга, замечательного человека Игоря, я подчеркну как раз свою дхармическую принадлежность. Я простой и смиренный и убежденный последователь раннего буддизма, доктрины которого общие сейчас для всех существующих или уже существовавших школ буддизма, и которую можно называть фундаментальным буддизмом, или сейчас принят такой термин, но не совсем верный, но расхожий, классический буддизм. То есть буддизм, который в наиболее чистом, в наиболее полном виде содержится в так называемом палийском каноне. Каноне, на котором основана ныне здравствующая школа раннего буддизма Тхеравада, или Стхавировада, как на санскрите ее называют. Вот, хотя я не причисляю себя никаким школам, я не имею никаких посвящений, кроме трех драгоценностей, которые мне передали очень авторитетные люди в буддийских кругах. Это все. А открыл я буддизм для себя не на какой-нибудь лекции, как многие мои знакомые, мои единомышленники, они открывают для себя буддизм, прослушав выступление какого-то яркого, авторитетного, знающего учителя, чаще всего монахи, приезжие монахи, ну, иностранцы. Вот. Я буддизм открыл для себя самостоятельно, поэтому в некотором смысле человек уникальный. Я до этой гнусной книжки профессора Кочетова... Как это называется, Будда? Самоучка. Ну, Будда тоже был самоучкой. Да, да. Вот, так что мне в некотором смысле повезло, потому что мне не привили каких-то специфических, таких сектантских, узкошкольных, догматических черт, как если бы я прослушал представителя какой-то школы, скажем, Дригун Каргью, и я бы стал последователем этой школы и сосредоточиться только на ней. Нет. Я прочитал гнусную книжку замечательного, хитрого человека, скрытого буддиста, несмотря на то, что эта книжка антирелигиозная, разоблачающая буддизм как реакционное учение, опиум для народа. Вот я прочитал эту книжку, где изложены именно основы учения, независимо от школ. Что это за книжка? Вот. Что это за книжка? Что за книжка? «Буддизм», так и называется, Кочетов, издание Института истории Академии наук СССР,
или она пересдавала обществом знания, известным людям моего поколения, которая распространяла знания, в основном материалистические, антирелигиозные, среди широких трудящихся масс. Вот такая брошюрка мне открыла это великолепное учение. Я считаю это открытие самым большим достижением в своей жизни. Несмотря на то, что я и в своей профессии тоже кое-что значу, и, извините за хвастовство, но если продолжать представление, то я работаю в Академии художественного отделения дизайна, я эмеритус-профессор, преподаю технические дисциплины прикладным художникам. Вот. Но по образованию вы материаловед. А по образованию я инженер-механик по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. А вот диссертацию я сделал в более узкой сфере, материаловедение. Вот так. То есть получается так, смотрите, вот если мы уже вернемся к буддизму, да, то буддизм можно рассматривать с разных точек зрения. С религиозной, с философской. Вы рассматриваете с точки зрения как бы практического научного мышления. Да? Именно так. Знаете, я категорически не согласен, когда заявляю, что буддизм – это религия. Буддизм – это основа цивилизации, очень своеобразной, очень развитой, очень интересной. И как любая цивилизация, это всеобъемлющее учение включает в себя аспекты, естественно, научные, потому что раннебуддийская физика, сейчас мы не будем отвлекаться, но поверьте мне на слово, она удивительна, скажем, сравниваю ее с достижениями современной физики, в некоторых отношениях она опережает современную физику. Во всяком случае, сложное строение атома Будде было известно за 2500 лет до открытия, до этого открытия, сделанного в 19 столетии нашей эры умными людьми. То вот насколько буддизм, буддийская физика опережает современную. В некоторых аспектах, естественно. Далее есть нравственный аспект, есть психологический аспект, все взаимосвязано. Есть философский аспект и религиозный аспект, как в любой цивилизации. Но религиозный аспект в буддизме, наверное, он больше связан с тем, что любая достаточно серьезная организация, она должна иметь свои ритуалы. Именно и, соответственно, высокое учение для того, чтобы сохраниться, должно иметь свои ритуалы, и эти ритуалы, они здесь приняли такую религиозную форму. Совершенно верно. И эти ритуалы могут иметь очень такой своеобразный характер. Например, вот религиозный аспект ваджраяны тибетского буддизма, он очень мистический, он эзотерический, закрытый. То есть там вот эта церемониальная сторона буддизма в Тибете, она очень, очень сложна, очень важна, и она доминирует в этом учении. Ну, я думаю, что она доминирует, опять же, сначала. Если приходят они уже к высшим состояниям, то там тоже уже ритуальная составляющая, она уже отходит в сторону, и, соответственно, там уже совершенно другие вещи начинаются. А Будда, гениальный педагог, он предлагает свое учение, свои трактовки уже известных вещей. Но с точки зрения учения, он не разрушал у своих слушателей привычных традиционных взглядов, в частности религиозных. Он, например, перенес в свою космологию, в которой основной смысл есть этический, потому что он каждому миру присвоил определенную степень чистоты сознания. Чистоты сознания с точки зрения нравственности, с точки зрения организации разума, которая достигается концентрацией, высокой степенью концентрации, и как результат мудрости, всеобъемлющей мудрости, подсознательной мудрости, не только мудрости обучения. И поэтому он оставил всех этих индр, всех этих вайю, всех этих агни, он перенес к себе, но придал им другую окраску, чтобы не обескураживать своих слушателей, чтобы не отнимать у них привычный традиционный мир. Говорит, вам нужен индра? Ради бога. Но он по-нашему сакья называется.
Ну, да, так же примерно потом произошло и в Тибете, когда туда буддизм именно пришел, так. И Падмасамбхава, бонские все их божества и какие-то, и он, и... все эти перевел в качестве защитников, да, буддизма. Да, зороастрийские персонажи из Бонпо. Учения перешли в тибетский буддизм, шаманистские многие элементы тоже в тибетском буддизме, а вот в начальном индийском буддизме, условно индийском, потому что, кстати говоря, сам Будда не был индийцем, он был кочевником сакам, шакья, он на санскрите его называли, на североиндийских, на индоарийских языках. Он был из семейства небольшого князька Шакья, которого Магадха, империя Чандрагупта поселила на границах своей растущей империи в качестве профессиональных воинов. Ну, степняки, кочевники – это воины прежде всего. И вот они создали великолепный заслон, защиту для империи. За это Маурья, из рода которых сам Чандрагупта происходил, он предложил им землю, он предложил им традиции. Кстати, они стали брахманистами, и Будда вырос таким образом в брахманистской среде, в ведийской среде, основу его ведическая Будды. А вы знаете, очень интересно, я немножко добавлю здесь. Когда я читал Ригведу, первую, самую старую часть Вед, то там упоминается Шакья. Семейство Шакья упоминается в Ригведе, как они там должны представить какие-то пожертвования брахману. Вот это в Ригведе есть. Это было примерно. А Ригведа это сколько там? Это совсем-совсем давно, и поэтому мы можем говорить, что род Будды... 7-3 тысячи лет по разным данным. Да, что род Будды, он идет очень-очень-очень далеко. Да. Вот, ну это тот же, это та же самая среда. Это арийская среда, которая принадлежит, кстати говоря, и иранские арии, и близкие нам скифы, и массагеты. Вот у массагеты и саки это практически одно и то же. Так вот, это к чему я сказал? К тому, что индийским ранний буддизм называть можно только условно. Во-первых, потому что это учение универсально, это учение наднационально, оно не национально. И возраста, строго говоря, у буддизма нет. Мы не можем говорить, что вот буддизму столько и столько лет. Нет. Дело в том, что буддизм – это эклектическое учение. Там оригинального, какого-то чисто буддийского, то есть аналогии, чему мы не нашли бы ни в каком другом учении, практически нет. Там даже вот основа основ учения Будды, закон причинно-следственных связей, простите, самутпада, он тоже из Вед пришел формально, а строго говоря, это вот понятие причинности присуще всем развитым мировоззрениям. Всем. Ну, здесь всем. Можно даже взять, когда Будда пришел к учителю Аларма Калама, тот его как раз учил закону причинно-следственной связи. Да, но поэтому... у Будды было единственное, мне кажется, отличие – это анатта. Это отсутствие я. Он брал все из привычного, из известного, из разработанного, и поворот придавал своеобразный. А вот было, у кого-то до Будды вот именно теория безличности? А не душе, анатта? Да. Не было. Вот он и повернул-то так. Это самая отличительная особенность буддизма. От метафизики старых учений он отказался, и он сделал их диалектическими. Главное изобретение Будды – это диалектика. Весь буддизм построен на диалектике. Не сущность, а процесс, да? Да. Вот. Скажем, четыре благородных истины называют. Вот это основа буддизма. Это основа канона буддийского. Но представление
об имманентном страдании неудовлетворенности и о способах освобождения от этого, оно присуще самым ранним религиям. Ведам, в ведах тоже фигурирует, и в зороастризме тоже. И в христианстве страдания, ну, христианство – это, можно сказать, религия страдания. Ну, да. Так что, опять-таки… Первородный грех. Да. То есть, формально говоря, Будда ничего нового не открыл. Он открыл новый подход, он открыл новое видение Вселенной. Вот его главная заслуга. И это действительно прорыв, потому что до него преобладало мифологическое мышление, когда люди в систему мира строили из всевозможных богов, божеств, духов, каких-то таинственных сил и явлений, в гуще которых человек метался, боясь многого, приспосабливался, просил помощи, просил сострадания и строил свой мир вот из этих фрагментов мистических. То есть, Будда открыл мир новый. То есть получается, что в мифологическом вот этом мышлении существует личность Бога, личность меня, личность всяких процессов. Да? То там получается, что существует сущностное мышление. Да? Вот сущность есть. Да, вот. А Будда открыл процессность. То есть сущности нет, есть процесс. Есть идет. Да, динамику. Он вел динамику в это. Он динамику, он низвел всех этих могучих, страшных богов, он низвел в наш общий мир, в наше круговращение. Он сделал богов, прежде всего ведических, которых он не отрицал. Он сделал фигурантами того же самого бесконечного коловращения сансары. Только всего. То есть мы и боги участвуют в одном процессе. То есть принципиально мы не отличаемся от богов, только это сверхлюди, да? Только как качество сознания у нас различно. Да. Качество сознания, и можно даже так более динамически сказать, качество упорядочения, совершенства сознания определяет то, к какому мы принадлежим. К миру человеческому, к миру божественному, низших богов, высших богов. Там уже начинается классификация, которая не важна. Важно то, что мы подчиняемся тому же самому причинно-следственному закону. То есть получается, что если мы возьмем сознание муравья, да, то для муравья мы боги. Да. Да. У нас сознание. Соответственно, наше сознание относительно так называемых богов, вот, оно примерно как уровень муравья и человека. Да? Или по-другому. Да. То есть принципиальной разницы особо нет. Но все зависит от качества. Да. Все действительно все определяется качеством сознания. И вот у индийцев, у индариев с древности уже представление о богах было такое довольно, но мы бы сейчас сказали, немножко вульгарное. А вульгарное – это в хорошем смысле слова, общедоступное. У них было три категории богов. Бог по положению – это тот, кому доступно то, о чем я не могу, даже помыслить не могу. Причем воплощение этого бога может быть самое разное. Это может быть, скажем, для члена христианской общины, это деревенский староста. Это тоже дева, потому что ему доступно то, что мне вообще закрыто. И его мышление, кстати говоря, отличается от моего, потому что он думает другими категориями. Хоть он мой сосед, а мой родственник может быть, но он как руководитель вот этого коллектива уже пользуется другой парадигмой, и он уже бог. Ну и получил, и это подчеркивало еще и кастовая система. Да, потому что да, четко там понятно было. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Есть бог по перерождению. Мы уже начинаем пользоваться чисто буддийскими понятиями. Это существо, некая сущность, даже более широко говоря, которая благодаря совершенству своего потока сознания
его высокой степени упорядоченности, его высокой нравственной чистоты, что тоже немаловажно, он занял это положение, пройдя предварительно путь очищения, множество кругов сансары, совершенствуясь в разных ипостасях, и заслужил вот эту вот полочку, где он там сейчас сидит. Да, вот для меня он как данность, потому что я родился уже значительно позже, после того, как он занял свое место, и поэтому я его воспринимаю как вот нечто высшее. Но высшее, опять-таки, с управкой буддистской. Но наконец, это высшее, это не вечное. Потому что в любой момент, сделав какую-нибудь гадость, он вернется обратно. Он исчерпывает свою положительную камма-випаку, камма-пхала, плоды своей прошлой деятельности положительные. За это он и наслаждается комфортом божественных миров. Но у него останется негативная кармочка маленькая. И за это он заплатит. Если ему не хватит ума подумать об этом, пребывая в своем комфортабельном мире, не творя добра, не творя положительной кармы, он может очутиться один на один со своей черной кармой и не зринуться куда? Воды. Только и всего. Куда приведет его черная карма? Недаром Будда говорил, когда у него спрашивали: кто ты? Человек? Он говорит: нет, я не человек. А, так значит, ты бог. Ну, значит, ты асура. Это демон, дух. Нет, я не асура. А, так значит, бог? Нет, я не бог. Ну, а кто же тогда? Ну, я учитель богов и людей, я Будда. Так скромно отвечал он. И поэтому из тех обитателей комфортабельных миров, которые мы представляем себе недоступными, божественными, которые не прислушались к учению Будды, крепко рискуют потерять. Да, это второй уровень, да? Да, третий уровень. И третий уровень – это Бог по степени чистоты сознания. Тот, который вот сейчас и здесь, благодаря совершенствованию своему нравственному, применением эффективных медитативных техник и обретая мудрость, высшую мудрость, открывающую реальность, как она есть. Йониса Манасикара видит вещи такими, какие они есть на самом деле по природе своей. Вот этот, который сидит рядом со мной, он Бог, потому что он заслужил, его сознание соответствует высшим мирам. Вот он пока сидит, пока он ест рисовую кашку, но вот его оболочка износится, перестанет ему служить энергетической базой для обеспечения, энергетического обеспечения его потока сознания. И он переходит в те миры, которые он заслужил своим совершенством. То есть он вошел в состояние Бога. Да. Уже. То есть, Будда – это вне категория человеческих миров, вне божественных миров. Это состояние, которое мы не можем описать обыденным языком, поскольку обыденный язык условен. Мы договариваемся о том, что стол – это стол, а англичанин скажет: ни хрена, это table. Вот. И эти условности, они несут в себе риск неточности и ошибки. Поэтому мы, когда мы используем условную систему, какую-то знаковую систему в частности, мы всегда допускаем какую-то неточность. А вот нирвана – это состояние абсолютно успокоенного, чистого разума, она не поддается описанию нашими привычными средствами. Поэтому лучше помолчать. Мы не можем описать нирвану словами. Ни словами, ни взрывами, скажем. Мы помыслить даже не можем, да? Да, да. Мы ее можем заслужить только. Вот как это сделал Будда. И не только. Вот так вот о специфике буддизма, специфика его в его динамичности, в его диалектичности и в том, что Будда не протягивал руки никому, чтобы вывести на правильную дорогу.
никого не подталкивал, никого не учил держать нож в правой руке, а вилку в левой руке. Он предлагал путь совершенствования, которым ты должен идти сам. Ну, 229 монашеских обетов, где там как раз очень четко прописано, в какой руке надо держать ложку, в какой руке это надо чашку. Они для своего, это да, не конечно. Будда учил, а учили стхавира, старейшины, чтобы быт монахов был организованный, чистый, не все. Но что касается освобождения, то есть достижение высших уровней сознания, тут Будда только указывал путь. И он говорил так, татхагаты, это он о себе говорил в третьем лице, и во множественном числе, кстати говоря, потому что, ну, во-первых, Будда не единственный, а Будда бесконечно много, как и всего в этом нашем мире. Татхагата – это тот, который прошел путь. Так вот он говорит, татхагаты только указывают путь, а пройти его каждый должен сам. Вот. Поэтому в буддизме нет догматики, да? Да. То есть нету догм каких-то, вот. Есть только рекомендации. Да. Да, тебе предлагают, да. А дальше уже ты можешь делать, можешь не делать, тебя никто ничего не заставляет. Не ты, нет заповеди «не убий». А есть рекомендация не убивать, потому что убийство – это разрушительное действие, которое лишает объекта убийства возможности совершенствоваться и пройти путь, а самого убийцу, активного агента этого взаимодействия, он очерняет негативной кармой. Не потому, что, в принципе, вот убивать нельзя. И спрашивают, почему нельзя. А вот потому, что так вот Господь сказал Моисею, что нельзя убивать. Вот, пожалуйста. Он лучше тебя знает, что нужно делать. А Будда объяснил, почему плохо убивать. И при этом еще подчеркнул, а не убивать – это хорошо. Поэтому 10 деструктивных действий, у нас тоже 10, кстати говоря. И 10 конструктивных, они существуют параллельно. Убивать плохо, а вот не убивать хорошо. Скажем, лгать плохо, а говорить правду хорошо. Вот в таком, вот это дидактическая метода Будды. Ну, и на вот первое, ты да, пойми, но... ты пойми, я тебе объясняю. Я тебе объясняю, я тебе ничего не запрещаю. Но я тебе объяснил, почему это плохо. И на первом этапе здесь можно говорить о том, что вот эти вот негативные действия, они вызывают беспокойство ума на первом этапе. Да. Вот, потом они дают, это беспокойство приводит к отрицательной карме. Но все, да. Каждый из людей прекрасно, четко и понимает, что если я солгал, то я потом начинаю беспокоиться. А если я сказал правду, то я буду более спокойный, чем... Если я убил кого-то, то, наверное, я буду беспокойный. А если я сделал доброе дело, то я буду спокойный. И это первый этап успокоения ума, вот, который приводит уже к дальше. И вот у меня теперь вопрос такой. Мы так вот плавно, это предисловие, и мы плавно подошли к закону причинно-следственной связи. И, соответственно, из него закон кармы. Это очень сложные такие буддийские понятия. И вот как ваше как бы объяснение закона причинно-следственной связи? Так, видите, дело в том, что я пытаюсь, как вы очевидно заметили, говорить нашим повседневным привычным языком. Мы могли бы обратиться к каноническим текстам, которые, стиль которых очень отличен. Но, слава Богу, за 2000 лет многое что изменилось. И в частности изменилось в парадигмах
чисто языковых таких, и фонетика изменилась, многое чего изменилось. И наша речь сейчас построена по другим законам, по сравнению с древними языками. Даже можем сравнить современный русский язык, скажем, русский язык 17 века, на котором говорил Петр I. Трудно понять иногда то, что он говорил. Поэтому, если мы сейчас начали бы говорить, начали пытаться говорить, ломая язык на языке канона, перенося его один к одному в современный наш быт, то трудно было бы и говорить трудно, и понимать трудно. Вот я пытаюсь говорить не только современным языком, но пользоваться современными понятиями. Вот карма. Есть чудесная книжка, написанная одним из основоположников буддологии, с середины, даже с первой четверти 19 века, профессор Рис Дэвис, такой классик буддологии, который исследовал буддизм, пришел в восторг от совершенства его нравственного, дидактического, в каких угодно параметрах. И, будучи христианином, и подчеркивая все время, что он христианин, он, тем не менее, отдает должное чистоте, прозрачности, логике, стройности, убедительности буддизма. Вплоть до того, что, например, он говорит, в наших гимназиях, в английских гимназиях, я бы преподавал диалоги Будды наравне с диалогами Платона. Это такая же ценность, как диалоги Платона. Говорит, все прекрасно. Говорит, здание буддизма совершенно, его архитектура поразительна. За исключением замкового камня, без которого вся эта структура рушится. И этот замковый камень – это учение о карме. Ну, непонятно. Ну, что-то туманное такое, ну, муть, говоря по-нашему. Да? И я поражаюсь, такой умный человек, преодолевая свои христианские, убежденческие, так сказать, догмы, он сумел увидеть здравое зерно в буддизме и донести его до прочего христианского мира. И такой простой вещи, как карма и механизм ее действия, он не понял. Это вот свидетельство о том, что парадигма, в которой человек вырос, она сильно, сильно ограничивает. Вот он умный, широко мыслящий человек, а мыслил он... Он представлял себе судьбу как предопределение, как кисмет. Вот расписано, как мусульмане говорят, волос не упадет у тебя с головы без воли Аллаха. И я работал в Алжире какое-то время. И вот я ехал на машине, и мне в бок впилил араб. Он выскочил из машины, вытаскивая бумажник, и говорит... Все, я виноват, все, никаких разговоров, сколько будет стоить ремонт, скажите, я заплачу. Говорит, но, извините, это воля Аллаха. Я исполнил его волю. Это классический вопрос философов, что определяет, определено или где свобода, есть ли, существует ли свобода воли, да? И поэтому в христианстве вот библейская предопределенность тоже сказывается. И она вот не позволила Рис Дэвису, профессору, увидеть вот это зерно. А на арийских языках карма, или на пали языке камма, это просто действие, деятельность, работа, активность. И вот в современном языке хинди, скажем, современный индиец уходит на работу и прощается. Ну, до свидания, ребятишки, я пошел на свою карму. Карма для него просто работа. Но дело в том, что под любой деятельностью есть субстрат, который предрасполагает к этой деятельности. То есть тут какой-то намек на судьбу есть. В том смысле, что причинно-следственная цепочка, которой мы подчиняемся, не только от рождения до смерти, задолго
долго до дорождения теперешнего, и долго после предстоящей нам смерти будем ей подчиняться. Но она ставит, так образно говоря, два забора нам, один другой. И вот в пределах этих заборов, которым ограничен наш выбор, этот выбор нам предоставлен. Потому что если бы этого выбора не было, то о карме говорить было бессмысленно. Мы бы действительно тупо подчинялись кисмету. Какая тут карма? Все расписано до конца, от начала до конца. Так то, вот. То есть получается, что каждый человек в каждый момент времени абсолютно свободен в выборе, но у него есть предрасположение к чему-то. Да, да? Это можно назвать, ну, обыкновенным словом привычка. Я привык, допустим, пить чай, к примеру, да? Вот. Я прихожу и автоматически наливаю себе чай. Но это не значит, что я обязательно предрасположен и должен пить чай. Я могу в любой момент осмыслить и сказать, а вот я сегодня буду пить не чай, а кофе, или сок, или воду, да? Да. Вот. И таким образом я формирую свою собственную привычку. Да. Она была у меня такая, и она может стать другой. Да. И таким образом мы можем назвать, что это и есть совершенно верно. Карма. Хотя кармическая предрасположенность уже проявляется в том, что я привык в это время пить чай. Вот это наступил. Но это же я привык, я создал эту карму. Да, да. Вот. Нет, и эта карма еще, она подтолкнула карма. Дело в том, что в учении... Понятно, что я человек, и поэтому я как человек буду. Да. А я родился человеком, соответственно, я как человек буду пить все-таки чай, а не какой-то такой другой напиток, который пьют совершенно другие существа. Совершенно верно. Вот поэтому в той же самой физической плюралистической школе раннего буддизма Сарвастивада есть раздел учения, он так называется карман, учение о карме. Отдельно существует это учение, отдельный фрагмент. Так вот, один из моих учителей, который, кстати, дал мне прибежище, Алекс Берзинш, когда ему задали вопрос, а что такое карма в его представлении, а он ученик Далай-ламы и его официальный переводчик, один из 12 переводчиков Далай-ламы, вот Алекс Берзинш. Он ваджраянистское представление о карме изложил. Карма, говорю, система импульсов, которая руководит мной. Вот я встаю, я что-то делаю, да, я надеваю штаны, и к этому меня подталкивает вот эта причинно-следственная цепочка, которая так делал всегда. Да, моя матрица информационная. Так. А я, говорит, могу не штаны надеть, а шорты. Вот, но меня она толкает. Вот я выхожу на улицу, схожу с тротуара, бах, меня сбивает машина. Вот так работает карма. А я потом подумал, и будучи, ну, тхеравадином, условно скажем так, это что ближе всего, мои взгляды именно к этой прекрасной школе, ныне здравствующей, слава Богу. Вот. А я поправил Алекса. Да, меня эта карма, эта информационная матрица, которую я создал сам, подталкивает на край тротуара, но она мне оставляет выбор посмотреть направо-налево или дуть, не глядя, через улицу. Вот я, когда я дую прямо через улицу, меня машина сбивает. А когда я посмотрю туда-сюда, оказывается, машина проскочила у меня перед носом, а я остался жив. То есть, если у вас была очень сильная привычка не смотреть по сторонам и идти вперед, то была сильная карма. Ну, вот, а если она была бы слабая, вы в этот момент осознали свои действия, посмотрели бы по сторонам, то вы бы и пытались бы изменить свою карму. Вот, да? Поэтому в карман учении Сарвастивадинов они говорят, наше поведение складывается из предрасположенности карма. Но они, в отличие от тхеравадинов, не уточняют. В тхераваде, когда говорят о вот этой причинно-следственной цепи поведенческой,
говорят, карма-пхала, то есть камма-пхала, то есть плоды кармы, а не сама карма. Ну да. Которая формируется в результате процесса, который те же самые тхеравади называют камма-випака. А випака – это созревание. То есть не буквально что-то проявляется буквально в чем-то, а зреет сложный многопараметровый процесс, который выливается в вероятность нашего поведения. В пределах этой вероятности мы уже активно действуем. Это вот наш выбор. Поэтому они говорят, сарвасивадины, значит, предрасположенность, предписание своего рода, наша теперешняя деятельность, которая выражается не только в конкретной деятельности, что я сделал, сбила меня машина или нет, но и в той дополнительной карме, которую я за это сделал. Я же подумал, что мне нужно идти через улицу. И подумал я крепко. То есть это энергетический очень такой емкий процесс. И это породило свою собственную карму, то есть на ту существующую карму наложилась текущая. Это процесс динамический, нельзя сказать, что вот это прошлая карма, которой я подчиняюсь, вот она. От сих до сих, ничего подобного. И от сих границы нет. И до сих границы нет. Потому что мы непрерывно наслаиваем. Диалектика. Вот эти три момента, они определяют наше поведение. Так вот, я уже эти термины назвал, хотя и обещал не обращаться к оригинальным языкам. Но, с другой стороны, из уважения к учению, к языку, на котором учение существует, надо все-таки терминами пользоваться. Так вот, созревание кармы. То, что я делаю, знаете, вот я позволю себе комментировать это с точки зрения современных научных представлений. Можно? Вот. Любой процесс в организме чувствующего существа сопровождается возникновением, исчезновением и взаимодействием электрических полей. Потому что они служат для нас посредниками между окружающим миром и мною. И поскольку инструментом восприятия внешнего мира являются наши ткани, вещественные формирования, а они построены на электростатическом взаимодействии атомов, объединенных молекулами, а молекулы, в свою очередь, тоже там вандервальсовыми силами и силами поляризационными, я прошу прощения, связываются, то есть в основе всего электричество. В этом мире, я подчеркиваю, в том мире, где процесс мышления и все психофизиологические явления связаны с вещественными субстратами, с нервами, с мозгом, в котором эти процессы протекают в виде набора импульсов электрических. И каждый из этих импульсов несет определенную информацию. И возвращаясь к понятию дхармы, так вот он несет из этих дхарм. Этот поток, который записывают, скажем, с помощью энцефалографа, накладывают электроды на голову и записывают эти всплески. Но они какие-то, они интегральные, потому что приходит масса импульсов сразу. И энцефалограф очень грубый аппарат. Он не отдельные импульсы, не отдельные дхармы записывает, а уже записывает комплексы. Ну, здесь еще и современные эти нейрофизиологи, они говорят, что существует помимо электрических еще и химические. Вот, и поэтому там не так все просто. Да нет, и ну вот, вот хорошо, там... что вы сказали. А что значит химия? Это электрическое взаимодействие. Ну, это электрическое взаимодействие. И переносчики, скажем, электрической энергии в проводниках, металлических проводниках, это электроны. Легкие частицы, которые легко возбудить и которые передают упругую волну, так называемый электрический ток. Это мы уже углубили совсем. Да, а вот в нервах это
среда, плохо проводящая, там проводимость обеспечивается ионами натрия, ионами калия. Вот там химия начинается. И там комбинация этих носителей очень важна. Но все равно в основе лежит электростатическое взаимодействие. Ну, то есть мы можем сказать, что существует закон причинно-следственной связи. И этот закон причинно-следственной связи, если приложить на человека, то получится закон кармы. Так или вот. Нет? Так вот, я к этим импульсам все-таки вернусь. В каком смысле? Эти импульсы электрические, поскольку фронт у них очень крутой, они очень краткие. А переменные токи, как вы знаете, в определенных условиях порождают электромагнитное излучение. Вот нейрон состоит из аксонов, из синапсов. Это колебательный контур. Синапс даже плоский, анатомически. Вот два синапса сходятся, образуют емкость. То есть это колебательный контур. И все эти импульсы, которые бегут по нерву, они излучают электромагнитные волны, радиоволны. Они формируют мой отпечаток. Я пальчиком пошевельнул, вспышка этих импульсов. Я подумал, невероятно сложная вспышка импульсов, потому что мысль, если ее анализировать, имеет очень сложную структуру. Но все это остается в пространстве. Вот это и есть материализованная информационная матрица, которая образует карму. А каким образом это остается в пространстве? Так же, как остается свет лампочки. Вы выключите, а свет-то продолжает лететь со скоростью света. Да, мне говорили мои оппоненты. Ну послушай, так на малых расстояниях это подчиняется закону обратных квадратов, то есть ослабевает очень быстро. На больших расстояниях там еще в более высокой степени экспоненциально все. Говорю, правильно, понижается уровень сигнала. Но модуляция-то остается, ребята. Она никуда не девается. Это для тебя уровень важен, потому что ты приемник у тебя чувствительный или примитивный нечувствительный. Этим приемником ты самую дальнюю станцию принимаешь, а этим ничего. Так та же и здесь. Понижается уровень. И на расстоянии, скажем, 81 светового года, это то расстояние, которое пробежал мой первый импульс после момента зачатия, да? Да. Точнее, 81 плюс 9 месяцев, что я маме провел. Вот тот пузырь электромагнитное излучение, которое я образовал за всю свою жизнь вокруг себя. 81 световой год. Вот размер моего астрального тела, если пользоваться терминологией индуистов. Ну, будем говорить так, что момент, он существует только сейчас. Правильно? Да. Только сейчас. И он все время, он дискретен, он существует только сейчас. Потому что прошлого мы не можем понять, есть оно или нет, оно существует сейчас, и каждый раз воспроизводится сейчас, правильно, сейчас, и воспроизводится путем вот этих дхарм постоянно. И вот это никогда на протяжении жизни моей я не перестаю излучать вот это мне свойственный алгоритм управляет этим излучением. И вот, в принципе, можно где-то посадить на Проксиму Центавра всего 4,2 световых года от Земли, и он мог быть чувствительным приемником, мое излучение воспринять, то есть мою физический носитель, материальный носитель моей кармы, он мог бы воспринять, записать и расшифровать. И вот мое досье. А я все время его пополняю. То есть мое прошлое, оно остается. Будда говорил, в прошлом существует то, что прошло. В настоящем существует то, что происходит сейчас. В будущем происходит то, что должно произойти. Это ответ Будды на вопрос, есть ли прошлое, настоящее, будущее. Потому что некоторые школы буддистские, кстати, отвергают это заявление Будды. Говорят, есть только настоящее. Ну, это очень сложно понять, потому что есть прошлое, нет прошлое, все всегда все относительно.
Относительно вот. Чего мы начинаем смотреть? Про прошлое, будущее вот. И настоящее. Если это... мы говорим с точки зрения, ну, допустим, очень грубой психологии, то прошлого нет. Потому что оно, во-первых, мы меняем все время. Мы не то, что мы помним, мы прошлое помним. Но память-то сейчас находится. Вот. И поэтому оно находится вот. Только сейчас. То, что было, и оно прошло, и мы не помним, значит, оно его не существует. Это для нас. Прекрасная иллюстрация условности того мира, в котором мы существуем. Действительно, я вспоминаю отрывочки, кое-какие эпизоды из своей жизни, ну, пяти лет возраста примерно. И поэтому точка отсчета моего не памяти, а моего вспоминания есть момент моего появления на свет. Но перед этим-то я унаследовал удар Гандхарвы своего предшественника кармического. Ну, были то ли вы, есть это моя память несет невероятное богатство в себе, к которому я не имею доступа, потому что материальные механизмы обработки информации, которой я пользуюсь, не простираются в прошлое за момент перерождения. Ну, я только в определенных условиях могу уйти за момент перерождения. Для этого нужен гипнотизер, который обладает редкой способностью возвращать человека вот, в ретроспекцию, заводить за момент рождения. Рядовому гипнотизеру вполне по силам человека вернуть в детство, и вот солидная дама начинает на сцене прыгать и петь детские песенки. Это классический пример. Это все мы знаем. То есть механизм вспоминания в ней работает очень хорошо. Его нужно только растормозить. Вот нужно набрать сигнал, что делает гипнотизер. Есть такие, я прошу прощения, есть такие, которые заводят до момента рождения могут довести человека. То есть, когда памяти, условной памяти этой моей жизни не существует. И очень редкие случаи, есть эти случаи задокументированы, когда гипнотизер способен вжиться в гипнотизируемого так, чтобы его интеллект моделировать за моментном перерождении, а там же другой, там китаец, может быть, был. То есть разум гипнотизера... Там может быть и будущее. Да. Что? Там же за моментом рождения может быть и будущее. Ну, правильно? Это очень тонкая материя. Вот представление о будущем в прошлом, это оно немножко противоречит закону кармы. Вот. Но ладно, это тонкая философия. А вот что касается практики, то есть случаи, когда гипнотизер медиума заставлял уйти в предрождение. И он начинал говорить на древнеарамейском, например, языке. Такие случаи... Получается так, что у нас этот закон кармы в самой, если в грубой форме это просто причина действия или привычка, самый классический вариант, действие рождает привычку, привычка рождает характер, характер рождает судьбу. Это ну, в таком... На бытовом уровне да, это да. Закон кармы. Да. Если мы начинаем углубляться все глубже, мы в конце концов приходим к элементарным психофизическим состояниям, которые называются дхармой. Да? И которые да. стоят в основе вообще всего действия и всего существования мира нашего. Да? И вот эти вот. Основы дхармы, они и, собственно говоря, и созданием всего, и в том числе кармы. Вот. И вот почему, кстати говоря, такое отступление в сторону физики, так сказать, процессов, да, психофизиологических, да. Потому что как раз нашу деятельность фиксируют как раз вот эти вот поля. То есть наша карма, или как говорил Будда, ему нравилось слово «матрика», по-нашему «матрица». Поэтому
Все мы знаем, что Будда очень любил создавать схемы. Что... Да, у него там да. первое, второе, третье, да. четыре благородные да. истины, пять. Скажем, Библия – это в основном такое поэтическое произведение. Там образные картины сформируют. Да. Будда – рационалист. Он все раскладывал по полочкам, под харму, кстати. Да. Вот. Создавал матрицы. Так вот, карма. Под кармой понимаем ту информационную матрицу, которую мы создаем своей деятельностью. И не только умственная, это понятно, что мы излучаем все время что-то. Но вот мы строгаем табуретку, строгаем что-то. А мы работаем, мы преобразуем энергию. Ну, здесь так, очень много там кармы. Вот, по поводу этого. И получается, что мы с одной стороны преобразуем материально, создаем причинную следственную связь в материальном мире, с другой стороны мы работаем в психофизическом состоянии. Та же самая материальная матрица. Да, другая – это в чистой психике, когда мы создаем очень много основе, чего. Мысли, и все равно одно и то же. А в основе элементарная примитивная физика. Все это и строгаемый табурет, и самая тонкая мысль наше рассуждение, все это сводится к тому, что существует матрица, то есть набор излучений, импульсов, которые каждый из них несет определенную информацию о том, что я сделал, как я сделал. И вот этот вот фон информационный, он и пополняется по учению карман, непрерывно пополняется этот фон, обогащается. А к тому же мы все из курса оптики школьной знаем, что излучение всегда интерферирует каким-то образом. Я думаю, что мы... Дифракция происходит. Поэтому, прошу прощения, поэтому Будда и говорил о созревании кармы. И как Камала Шрила сказал, не... Один фактор порождает многое, и не многое порождает один, а идет сложное взаимодействие. Ну, я думаю, что мы сейчас прервемся немножко, да, и продолжим этот разговор после того, как мы сейчас с вами попьем чай, и потом продолжим.